Здравствуйте. Я Алок Батачарья. Я ушел на пенсию в августе 2016 года в качестве офицера из завода по производству боеприпасов на Министерство обороны Индии. Я тоже работал переводчиком со многими русскими специалистами во многих военных производствах с 1984 года. Я был в Москве и Туле в депутации и обнаружил, что народ России обладает качеством дружелюбного, добросердечного и отличного поведения. Они очень отзывчивы и щедры. Ну, пользуюсь случаем, чтобы поздравить вас и всех сотрудников Горького Садана с Днем России. Я также через вас поздравляю всех дружелюбных русских людей с Национальным Днем России. Желаю нашей глубокой дружбы между Индией и Россией крепче. Да здравствует индо-российская дружба. Спасибо.